Более 200 учеников со всего Северо-Запада, в том числе из Ненецкого округа, приехали в Петрозаводск. Там стартовали ежегодные соревнования «Юные спасатели. Школа безопасности». В течение недели ребята будут демонстрировать свои навыки выживания в палаточном лагере, а также пройдут курс обучения основам безопасности. Кроме того, их ждет пожарная эстафета, полоса препятствий и поисково-спасательные работы. В составе сборной нашего региона 10 человек, средний возраст участников 17 лет. В столицу Карелии юные спортсмены-спасатели отправились с хорошим настроением. Ребята рассчитывают как минимум на призовое место. На самом деле ребята очень неплохо подготовлены. Они здесь уже принимали участие в наших местных соревнованиях, это регионального уровня на территории округа. Также принимали участие в мероприятиях, проводимых именно нашими подразделениями, пожарно-спасательной частью, Ненецким поисково-спасательным отрядом, поисково-спасательной службы. Школа безопасности – это одно из самых масштабных детско-юношеских движений в мире. За более чем 20-летнюю историю в этом проекте приняли участие более 2 миллионов российских школьников и студентов.